давай, вот вставай, стой здесь, бери лопату, так вот, ногой ставь, ногой. Вот этой ножкой ставь сюда, вот. Вот, давай. И нажимай. О, помогает бабуле, Дима. Вот так вот, повернули землю, опять втыкаем, ногой. Раз. Ой, как хорошо копает. Молодец. Дима. Вот еще. Бабуле помогает. Так, теперь дальше еще. Во. Давай. Давай, ножкой, ножкой. Вот. Вот. Молодец. Вот так вот, помощник. Давай. Будет скоро. Бабуле. Нажимай. Ой, ух ты, как он нажимает хорошо. Места тут нам мало, надо было тебе изначально брать. Ну ладно, немножко сняли. Ой. Ой, как молодец. Бабуля копает. А бабуля Валя баранует. Вот так. Барановать будет. Вот. Бабуля Валя баранует. А и последний копаете. Раз давай. Раз. Молодец. Вот ты умница. Все, вылази. Все, молодец. Помог бабуле копать. Помог, молодец. Вот так. Помог копать. Он сколько много накопал, видишь, как много. Да, вот молодец, помощник растет. Смотрит теперь, а что я там скопал-то? Ну, о, хорошо скопал. Хорошо скопал. Понравилось копать, да? Понравилось. А бабуля Валя баранует, смотри. Все, тут мало там места. Неудобно, вот там будете копать. Сейчас мы туда, в другое под место. Под тыкву сейчас пойдете копать, подожди. Стой, сейчас. Подожди, ему понравилось копать. Подожди, подожди. Стой вот здесь, вот. Стой вон наверху там смотри. Где-то. Там кирпичи плохие. Вон там вот хорошо, где клубничка, вон можете скопать. А, вон там ну, перед этим, тебе. Перед домом, где это, кинзу сажать, вот там можете покопать. С ним вместе. Здесь. Сейчас в другом месте будет, а то здесь неудобно. Там, где у меня цветы, вот дам кинзу, я тебе говорила, блин. Там можете перекопать узенько. Там удобно, если Дима поможет. Да? Поможешь, бабулик. Ой. Очень было. Давай с этой стороны, то сейчас все. Я думала, это лопату. Ну ладно, там так это пробарануем. Ага, вот здесь. Не убираем. Трогай, подожди, там. Чуть-чуть там сильно не копаем. Ну, червяк полез уже. Чуть-чуть там. Думал, лопату трещит. Да, я думала, ничего себе. Ой. Ну, а там бабуля. Доски уже трухлявые. Дим, сейчас ты шлепнешься, а там червяк. Дедуля еще делал, сколько лет, конечно. Ну ладно, оставь там уже, все равно угол. Я так просто проплетятка. Пойдем. Туда, куда там? Вон там куда? Можете копать, вон где-то. Где? Дим, поможешь бабуле? Ну да, там дорожка вот эта. Ой, да. Сейчас я вам покажу. Вот за бабой иди. Помогать бабуле будешь. За бабой иди. Молодец. Так, сюда же грязи. Так, давай. Вот, убирай ногу теперь. Поднимаем. Там бабуля, там мама сидит. Убирай ножку. Ногу. О, молодец. Убирай. Это нога, да? Нога, да. Ой, далеко пошла мама. Давай, отпусти, я попробую. А камешки надо разбивать вот так вот, а то они засохнут и не разобьешь. Теперь вот здесь вот. Так. Поднимаем. Да? Все,
Все, Дима копал. Чем Дима занимается на даче? Скажи, копает. На даче копал. Ты чем копал? Куда пошел? Куда пошел? Дима, иди сюда. И ходи там по грядкам. Что, понравилось? Идешь копать опять? Давай. Ты ровно вставай. Убирай ногу. Что-то вообще задом даже уже стоит. Ты полопатись-то. Подожди. Вот, давай. Убирай ногу. Уже балуешься-то. Смотри, а то у тебя нога закопается. Отпускай. Все, беги. Вон груша покидала свои цветочки. Много вон покидала. Вот они, видите, которые плохо держатся, они падают, отпадают от ветра, от других погодных условий. Вот они. Их много довольно. Видите, под грушей. Вот. Видите, их как много. Вот они уже завязались, маленькие игрушки. Их пока много еще, мы их пока трогать не будем. Чуть-чуть они сейчас подрастут, и мы займемся грушей. Сейчас пока не обязательно все это. Вот она прям, видите, маленькая, красненькая. Тут тоже вот она завязалась, а другие еще нет. Смотрим. О, видите, отпало. Вот буква А. Сейчас у тебя треугольник, смотри. О, треугольник получился. Смотри, какой, видишь? Уголочек у тебя и вот тут снизу. Треугольник. А смотри, Дим. А вот так вот буква А. Вот она, смотри, буква А получилась. Дим. А, еще маленькую положи. Буква А. Да, А. Иди сюда, положи ее вот тут сбоку, Дим. Вот тут сбоку надо положить, она длиннее будет сейчас. Клади. Вот. О, смотри, иди сюда ко мне. Иди сюда. Вот, смотри, стой вот тут, видишь? Какая большая буква А. Да? Буква А. Далее у нас свет. Наконец, всю ночь не было света. Холодильник чуть не разморозился. Иди сюда. Солнышко, да? Солнышко. А, да. И, да, такая у тебя, а, уже буква А, да? Буква А почти, только кривая что-то, палка у тебя вот эта. Вот, сделай ее прямой. Буква У. У? А У по-другому делается. Как делается буква У? Вот так вот. Палку, да? Да. Что-то прям у тебя... На букву А. На треугольник похож. Вот треугольник получился, да? Треугольничек. Треугольничек, да? Только там сбоку неправильный. Ее помыть надо. А буква С? С, цапля, Дим. А
Буква С как делается? Да, конечно. Конечно. Буква С. Вот. Да, и маленькую палочку снизу, с правой стороны положить надо. Да? Да. Вот это пониже клади. Что, это квадрат у тебя, что ли, неровный? Прямоугольник? О, солнышко вышло. Дима, рыхлит, скажи. Рыхлю я. Дерево надо порыхлить. Чем я занимаюсь на ночь? Рыхлю. Грабли забыли взять с тобой? Ирин, там резиновые перчатки старые. Сейчас и твою одну тыкву посадим здесь. Смотрите, какой уже четкий получился. Косичкой. Классный такой. Чего будет это? Да. Упала. Да. На, птички. Птички какие-то летают. Дятел, кстати, прилетал. Так прилетел. Тюк-тюк-тюк. Поковырял кору. Хотя мы уже почти всю кору сняли. Да. А у нас есть ананасовое дерево. Посмотрите, какие ананасики хорошенькие. О, смотрите. Ананасик. Классно. Сколько ананасов. Плоды собирать скоро будем. Нет, это елочка. Елочки это. Шучу.